Здравствуйте, меня зовут Инна, я представляю компанию «Электромотор». Сегодня в нашей рубрике «Ответы на вопросы» мы поговорим с вами, как повысить свой доход. Ответ на вопрос, как повысить свой доход, сегодня нам даст учредитель компании «Электромотор» Кикавский Александр Владимирович. Ответ очень простой. Нужно работать. Делайте то, что не делают другие, и будете иметь то, что другие не имеют. Все. Послушав мнение нашего эксперта Александра Владимировича, давайте послушаем, что об этом говорят другие. Повысить свой доход. Ну, у нас в стране повысить свой доход можно. Да, да, да. Каким-то нелегальным способом. Ответ тот же самый. Сдавать бутылки, наверное. Так можно и повысить. Как повысить свой доход? Ну, смотря того действия, которое ты занимаешься. Можно разными способами. Можно уровнем интеллекта, можно организационными способностями какими-то. Смотря где вы работаете. Если собственный бизнес, это одно. Если вы работаете на кого-то, это другое. То есть вариантов на самом деле много. В зависимости, наверное, в первую очередь от амбиций человека. Если он желает его повысить, у него это всегда получится. А если его устраивает уровень дохода, то я думаю, бесполезно. Хорошо. Что так? Учиться надо. Чем больше учишься, тем больше повышаешь. Развиваться в плане экономическом и вообще иметь распорядок своего дня, иметь определенную последовательность действий, и только при определенном порядке все получится так, как нужно.